Друзья, всем привет! Предлагаю сегодня вам вместе со мной немножечко прогуляться по Крымскому лесу, и мы попробуем вместе с вами собрать грибов. Пошли! Ну вот, зайдя в лес, немножко пробравшись через кусты, сразу же наткнулись на первые грибы. Сейчас я вам их покажу. Так, ну что, мы вышли из смешанного леса. Вот здесь вот просека для линии ЛЭП. И потихонечку сейчас заходим вот в этот лес. Это сосенки. Я думаю, что самые интересные грибы должны быть как раз вот здесь. А вы пока напишите в комментариях, где вы в Крыму собираете грибы и какие. Ну что, в этом лесу красивом грибов не оказалось. Возвращаемся обратно в смешанный лес. Надо хотя бы пакетик полный собрать.
Вот, смотрите, какие красавцы. Вот такие вот грибочки в крымских лесах. В районе Симферополя. Точное место не скажу вам. Ну, в общем-то, вот такой вот красивый грибок. И их у нас пока пол пакетика. В Крыму еще пока таких конкретных осенних дождей не было, поэтому леса достаточно сухие. Я думаю, что еще настоящая осень впереди. Поэтому это такой, скажем так, это разведка боем. Посмотрим, что есть сегодня. Что-то, наверное, найдем. Уже нашли немножечко, но основной сезон грибов будет, я думаю, чуть позже. Ну а пока наслаждайтесь этой прекрасной осенью. Ну что, друзья, я уже дома. Буду сейчас эти грибы готовить. Я так думаю, что вот это сыроежки, вот красненькие, белые. Белые, что-то типа тоже того. В общем, если это видео выйдет, значит, грибы нормальные. Я останусь жив. Мы будем с вами продолжать снимать окрыни. Мне поможет в этом вот такой маленький лучок. Ну, в общем, будем с вами изучать грибные крымские места и дальше. Всем пока, хорошего вам настроения. И до скорых встреч на канале Капитан Крым. Я жду ваших сообщений.